Здравствуйте. На телеканале «Брянская губерния» программа «Афиша» и я, ее ведущая Елена Бочкарева. Прямо сейчас о наиболее заметных культурных событиях на завтра. Театр юного зрителя приглашает завтра на спектакль для детей «Финист Ясный Сокол». Коварный черный ворон похитил Елену Прекрасную за день до ее свадьбы. Отважный царевич Финист отправляется на поиски своей невесты. С помощью сказочных существ и волшебных превращений зло будет наказано и восторжествует любовь. Начало спектакля в 11 часов. В музее братьев Ткачевых открылась новая экспозиция живописных полотен Алексея Петровича и Сергея Петровича Ткачевых «Дороги войны, дороги победы». Выставка посвящена 75-летию начала Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли 9 работ художников, причем 2 из них посетители увидят впервые. Это картина «Сестры наши», написанная в 2014 году, и «Товарищи», датируемая прошлым годом. Выставка работает с 10 до 18 часов. Завтра на Кургане Бессмертия будет представлена концертная программа «А завтра была война», посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Для вас прозвучат всеми любимые песни военных лет, песни советских композиторов в исполнении Максима Дегтярева и актрисы театра и кино Екатерины Гусевой, сопровождение Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, при участии Брянского городского академического хора под управлением заслуженного артиста России Марио Бустила и хормейстера Татьяны Сапожковой. Начало в 22 часа. Киноиндустрия в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. Криминальная комедия производства США и Великобритании «Славные парни». Что бывает, когда напарником брутального костолома становится субтильный лопух? Наемный охранник Джексон Хилли и частный детектив Холланд Марч вынужден работать в паре, чтобы распутать дело о пропавшей девушке, которая оборачивается преступлением века. Американский мультфильм в формате 3D в поисках Дори. Дори – синяя доброжелательная рыбка-хирург, страдающая провалами в памяти. Она упорно стремится избавиться от своего недуга и найти свою семью. Российская комедия «Одноклассницы». Три подруги бросают свои дела и едут в Сочи на девичник к бывшей однокласснице, чтобы как следует там оторваться. Веселье в разгаре, шампанское льется рекой, но тут случается то, чего никто не мог ожидать. В самый разгар праздника Катя застает своего жениха с другой девушкой. Американский фильм ужасов «Заклятие 2» в ролях Патрик Уилсон, Вера Фармига и другие. Американский триллер «Иллюзия обмана 2». Команда лучших иллюзионистов мира снова в сборе. Их магия стала еще совершеннее, а враги опаснее. На сей раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната. Фантастический боевик совместного производства США и Китая «Warcraft» в формате 3D. Веками магия неприступные стены защищали людей от любых напастей. Но древнее зло пробудилось. В самом сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наводнила земли. Приключенческий фильм США и Великобритании «Алиса в Зазеркалье» в формате 3D. На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга безумного шляпника. Американский фантастический боевик «Черепашки-ниндзя 2» в формате 3D. Долгое время черепашки-ниндзя скрывались от людей в лабиринтах городской канализации. На протяжении нескольких лет учитель Сплинтер обучал их боевым искусствам и прививал им чувство справедливости. В один прекрасный момент им пришлось подняться наверх, чтобы спасти Нью-Йорк. Российский триллер «Чистое искусство». Саша – известный фотограф. Она молодая и красива, но неожиданно ее счастливая жизнь рушится. Она становится свидетелем загадочного убийства и тут же оказывается вовлеченной в криминальную аферу, связанную с живописью и большими деньгами. Американский мультфильм «Сезон охоты 4. Байки из леса». Российский комедийный мультфильм «Защитники». Криминальные
криминальный триллер производства Италии и Франции «Большой всплеск». Рок-звезда Марианна Лейн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии. Идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего парня Марианны, и его взрослой дочери. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернутся для героев смертельной опасностью. Комедийный мультфильм производства Финляндии и США «Angry Birds» в кино в формате 3D. Фильм расскажет о том, как началось знаменитое противостояние птичек и свинок, персонажей популярной компьютерной игры, а также раскроет некоторые секреты любимых героев. 21 июня – самый длинный световой день, ставший датой праздника музыки, звучащий по всей Франции. Эта романтическая дата календаря – День музыки, родилась в 1982 году. Благодаря министру Франции Жаку Лангро и приурочена к дню летнего солнцестояния. Тишины в этот день во Франции просто не существует. И не только днем, но и ночью, поскольку праздник продолжается до утра. Музыка звучит везде – в концертных залах, на улицах, в парках, в квартирах. До свидания. We'll be right back.